Да нахер, фу, дизлайк, отписка. Ребята, всем привет. Сейчас будет ролик посвящен самым слабостойким ребятам, которые, ну, не могут сдержаться перед видосом, в котором автор ролика донатит в игру, покупает себе имбовых персонажей, прокачивает их за свои деньги, а у других просто мандраж. Их трясет от, я не знаю чего, от зависти, от злости, то, что у них не так, а у него так. Короче, на самом деле у меня нет прям цели, чтобы вас бомбануло, но я думаю, что вы меня возненавидите сейчас за это. У меня Леон 5 уровня, и я нахожусь на 128, на 128 кубках. Короче, у меня 128 кубков и Леон 5 уровня. Если на основном аккаунте у меня была задача и цель Леоном минимальным уровнем взять максимальные кубки, то на твинке я хотел наоборот, максимальным уровнем сидеть на минимальных кубках, чисто по фану. Но пятый уровень это не максимальный, прокачать я пока на шестой не могу, но это просто такая лютая дичь, на этих кубках так охеренно им играть. Сейчас будет челлендж ни разу не проиграть, хотя бы ну, даже второе место не занять. Вот все катки, которые сейчас будут в видосе, первое место. Если я хоть в одной катке сливаюсь, ставите резко дизлайк. Если ни разу не сливаюсь, ну, пацаны, ну, лайкосик, конечно же. Но я, блин, уверен в себе, поэтому погнали подрывать пуканы соперникам. Ну, не хотелось бы, конечно, подорвать кому-то из вас, но если вдруг это произойдет, спокойствие. Главное, спокойствие. Хотя я вас пойму, если будете бомбить. Понеслась. Ну, просто это реально... У меня сейчас 600 кубков, у меня уже есть Леон, сам Леон сидит на 128 кубках, надо подучить русский язык. Так, все, ладно, понеслась. На самом деле, ну, это зашквар, но вы не представляете, как это по кайфу играть, когда, ну, не очень опытные соперники против тебя. А ты играешь самым имбовым персонажем, который еще неплохо прокачан. То есть, вы понимаете, я на основном аккаунте Леона первого уровня взял на 500 кубков. То вы представляете, что я буду делать здесь? Я просто буду бить рекорды. Просто буду бить лица. Но на твинка мы скоро вернемся. Точнее, как вернемся? Я на нем еще толком не играл. Вот, но мы будем играть и стримить на твинке скоро, когда я уже основу, ну там осталось, ну может еще месяц, и у меня все будут персы на 500 трофеев, вот. Потом я, конечно же, перейду на твинка, но я параллельно буду все равно заходить на него, пока даже не все персы будут на 500 кубках. Я буду все равно заходить периодически, снимать какие-то ролики. Так, ну все, остался один перс. Ну просто жесть. Скриншотик. Так, и просто смотрите, сейчас подходим и сейчас просто ее чпонькс. Зашибись. Так, ну, первая каточка топ-1, как и договаривались. Следующая катка понеслась. Ну, по кайфу, по кайфу. Ну, на самом деле, я в свою защиту могу сказать, что вот, да, вы бомбите, что холдик донатит. А давайте вот немножко мыслить другим направлением. Вот, к примеру, представьте себе, в игре нет доната. Представили? Если да, то это, это все иллюзия, потому что не существовали бы такие игры. Вот как Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans. Если бы в этих играх не было бы доната. Без финансов игры бы просто бы не развивались бы. Донатеры нужны. Да, они... На самом деле, для обычных игроков, которые играют против донатеров, ну, доставляют, да, какие-то проблемы, дискомфорт. Но поймите, что без донатеров бы игра не существовала. Такие, как я, поддерживают эту игру финансами, бюджетом. Благодаря этому разработчики прокачивают эту игру, обновляют ее и будут выпускать еще много других игр. Если бы они на этом не зарабатывали, они бы попросту их бы не выпускали. Это я с той стороны, что, типа, знаете, благодаря мне вы играете в Brawl Stars. Не, ну я шучу, конечно. Понятное дело, что если я воздержусь от доната, игра не перестанет существовать. Ну, просто я имею в виду, что донат, он, с другой стороны, он, да, это... Ну, я бы тоже сидел, наверное, бомбил бы. Блин, я тоже хочу задонатить, да, вот...
Хотя не, я не бомбил. Когда я не мог задонатить, смотрел на других донатили, да и похрен как-то было. Мне то хотелось, но я не бомбил, у меня не было зависти. Я просто, ну, просто хотел так же, и вот теперь могу так же. Вот. Ладно, что это я про донат-то, про донат? Давайте играть. Я скинул себе такой челлендж. Все катки топ-1. Ни одной нельзя проиграть, ни одной. Если проиграю, я полностью согласен на дизлайк. Полностью. Типа, мы договорились, у нас было условие. Так. Все, я ухожу в стелс. Так, готово. Так. Ставьте дизлайк. Мы договаривались. Я занял топ-2. Все честно. Все честно. Все по условиям. Сука, я только, конечно, не понял, почему я ее не убил. Как она меня вынесла? Какой она уровень? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Пятый? Нет, пятый она уровень. Такая же, как и я. Я лох. Просто слился нити. Ну, я все патроны потратил на Эль Прима. Вот, наверное, в этом была фишка. Вот, и я там уже в дыму был. У меня не было позиции удобной, то есть надо было, наверное, не все патроны спускать в Эль Прима. Ну ладно, хрен с ним. Типа дизлайки, так дизлайки. Я сам же поставил такие условия. Так, ну ничего, я все равно еще сыграю пару каток. Где-то еще катки 3. Вот, если... Давайте вот сейчас 3 подряд топ-1. Вы убираете дизлайк, который сейчас поставили. Давайте. Вот. Ну, как хотите, собственно. Мне все равно, я так, чисто... знаете, это болезнь азартного человека. Он всегда хочет отыграться. Когда проиграл, нет, я хочу отыграться. Я не могу смириться с поражением. Так, ладно. Понеслась. Да ты, Бул, успокойся. Ну, у тебя же хп нет, а. Я чуть не сдох. Я тупо чуть не сдох. Еще бы сейчас пачку дизлайков бы словил. Да отвалите вы от меня. Оп. Чувствую, вы мне накидаете там дизов. Просто пиздец. Все, все, короче, смотрите. Все, все, вычеркнули все. Я сейчас, у меня тут есть такая, как в Люди в черном. Все, я вам стер память, поехали. Три катки подряд топ-1, все, чекайте. Все, три топ подряд топ-1. Если нет, валите дизлайками меня полностью. Если да, то сыпьте фуры лайков. Все, забыли, что было до этого. Да это капец просто, я не понял нахер, как? Как я там проиграл? Как меня так зажали? Сука, Бул. Бул просто, я не убил Була. Все, я понял. Все, я понял ошибку свою. Смотрите, бабушка стоит. Вот есть такая фраза, моя бабушка лучше тебя играет. Вот это, наверное, будет уместно, потому что меня чуть бабушка не вынесла. Ну, давай. Все, минус. Так, 5 бойцов. Че, кольта? Давайте жахнем кольта. Подходим. Блин, он как будто знает, что я сейчас за ним иду в стелсе. Да остановись, ты ублюдок! Задрал убегать. Так, о, Нита. Этой Ните я проиграл. Смотрите, как сейчас имею. Так, все отлично. 8 банок. Уходим в стелс. Ищем добычу. Ох ты ж. Если бы она ультанула, я бы мог отлететь. 4000 хп, ульта плюс выстрел. Да, я бы отлетел. Первая каточка топ-1. Понеслась вторая. Мне интересно, сколько уже там дизов? 6. Так, ладно, понеслась. Сейчас буду отрабатывать дизлайки. Первая катка топ-1, сейчас еще 2 топ-1. И я отработал дизлайки. Вот. Ну, это мне так хотелось бы, конечно. Не знаю, согласны ли вы на эти условия. Так, ладно, забрали баночку. Ладно, похер на Була, не буду сейчас повторять ошибок, а то сейчас потом не отобьюсь от дизлайков. В центр тоже бы нежелательно лезть, а похер. А нет, не похер. Или похер, или как поступить? Как поступить правильно? Так, о, я думаю, будет правильно поступить вот этих голубков просто уничтожить. Так, она уже отхилилась, да? Там где-то Бул был. Ладно, похер, у меня 3 банки. Так. Еврокин. Так, тихо.
Не, все, отходим. Так, вау, там кто-то был, смотрите. Я думал, на таких кубках не сидят в кустах. Так, смотрите, меня снова, снова пытаются зажать. Мне это не нравится. Почему меня все время зажимают? Чуть не словил порцию дизлайков. Да ты посмотри на нее просто. Ты сдохнешь? Не хочет подыхать, Шелли. Да сдохни. Все, отлично. Мансим, Мансим. Так, Мансим. Хорошо, Мансим. Так, хорошо. Так, убиваем Эль Прима. Накопили ульту. Так. 5 бойцов еще. Тут никого. Ух, охренеть просто. Так. У него ульты нет. Поэтому у меня все преимущества сейчас. Все преимущества у меня. Ну, я что-то какой-то косой. Какой-то я косой. Блин, жаль, я не воробушек. Воробушком бы я его на изи. Так. Все, понеслась тут дамажить его. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, блин. Топ-2. Ладно. Играю еще две катки. Ну, топ-2 это не поражение, но я играю еще две катки. Я просто уже для себя хочу взять топ-1. Это уже не на лайк-дизлайк, типа, как хотите. Но я сейчас постараюсь тупо две катки топ-1. Блин, я не знаю, примата можно было в той ситуации? Я думаю, можно было бы выиграть. Просто я близко подошел, он меня зацепил. Надо было... Но с расстояния не такой бы огромный урон бы был. Вот сейчас проиграть не хватало, конечно. Так. Все. Все, все, все. Я заслужил дизлайки. Ай, вот это уже было в конце, это что попало. Короче, я понимаю, что вы меня возненавидите после этого ролика из-за того, что у меня Леон 5 уровня, всего лишь 600 кубков, я бы с Леоном уже на 20к сидел. Вот, дизлайки, наверное, заслуженные, поэтому спасибо всем за просмотр. Кстати, не забудь прийти сегодня на стрим, нажми на колокольчик, вот на колокольчик самое главное нажми, и буду ждать тебя на стриме. Все, всем спасибо за просмотр, я пошел считать дизлайки, всего хорошего, до скорых встреч, всем пока.